карты и так далее, значит, но я поинтересовался, и мне сказали, что нет единой схемы вот отведения дождевого. Может быть, я ошибаюсь, спросите меня, какая часть это так. Но если оно не сделано, вот, то его обязательно надо делать и сделать его в большой степени срочно. Вот. И еще раз, последнее. Прошу убедительно обратить внимание. У нас, значит, список годников по состоянию, значит, на апрель-май месяц, 1100 человек. У нас до сегодняшнего дня не определено ни перспективным генеральным планом, понимаете, где и как мы будем решать вопросы жилья для наших внуков и правнуков, поскольку для детей мы как-то вопрос решим. Пожалуйста, у меня все. Спасибо. Спасибо, Роман Родович. Уважаемые судачи.